Всем привет! Сегодня у меня распаковка посылки из интернет-магазина mylo-opt.com.ua. Это мой первый заказ в этом интернет-магазине. Я не занимаюсь ни мыловарением, ни созданием косметики, просто заинтересовалась некоторыми ароматическими композициями. Но на самом деле все было из-за Амбролюкса. Так, это накладная. Так, бечевка 5 метров. Это я заказывала для оформления фотографий. Отдушка Max Mara Le Parfum. По-моему, немножко протекла. Да, к сожалению, протекла. Вот тут видно отеки, и посылка пахнет. Ну, при курьере я не стала проверять посылку, не было времени. Так, отдушка садов Эрме. Бензиловый спирт. Амбролюкс. Амбролюкса будет несколько. Амбролюкс — это почти та самая молекула, которая всем известна. Ну и, собственно, из-за нее затевался весь этот заказ. Фенетиловый спирт — это для создания парфюма. Отдушка. Черный краситель. Фенетиловый спирт. Я разве... Так, фенетиловый спирт. Две штучки, что ли? Так, флакон. Раз, два, три. Посылка безумно пахнет. И четыре флакона. И тут у меня ленты. Это все. Ленты сейчас покажу. Это ленты, которые я заказала по метру по два. Это вообще для фотографий, для оформления фото. Тут у меня много. Наверное, я не буду считать. Огорчило, конечно, то, что протек парфюм. Так, вот здесь 25, а здесь должно быть 20. Ну, в принципе, по уровню вытекло, наверное, миллилитров 5. Все, на этом все.